Посольство США в России прекращает выдавать визы россиянам и сокращает список консульских услуг. В дипломатическом представительстве рассказали, что с 12 мая посольство начнет работать только для американцев. Выдавать при этом будут лишь ограниченное количество срочных иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также в случаях угрозы жизни или наступления смерти. Консульские услуги гражданам других стран предоставляться не будут. Россиянам также прекратят выдавать визы не иммиграционного и не дипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи. Посольство в ближайшем будущем также не будет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.